Председатель горисполкома пообщался с молодыми специалистами сфер ЖКХ и энергетики. Участники встречи смогли задать мэру города волнующие их вопросы, высказать пожелания. Молодежь интересовалась планами реконструкции Бобруйской крепости, благоустройством городского парка, возможностью подкорректировать маршруты общественного транспорта. 1 июня с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение социально-культурной сферы и идеологической работы, образование социальной защиты. Также разговор коснется вопросов контроля за исполнением документов, работы с обращениями граждан и юридических лиц. 18 июня Управление по труду, занятости и социальной защите проведет электронную ярмарку вакансий. С 10 до 12 соискатели смогут онлайн ознакомиться с предложенными вариантами, условиями труда, а также направить резюме и получить консультацию. Кроме того, активно формируются группы по переквалификации населения. В Бобруйске определены разрешенные места для отдыха у воды. В этом году жители города смогут безопасно провести время только в трех точках. На озерном пляже санатория «Шинник», первом и втором центральных на берегу Березины. Категорически запрещено купание в местах нахождения плотин, дамб, мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений. На озерах, противопожарных водоемах, технических и мелиоративных каналах. В городе установят бочки с квасом. С 1 июня летний напиток можно приобрести в трех точках. На Привокзальной площади, улице Генерала Батова и улице Социалистическая, 125. К слову, качественный квас способен оказать благотворное влияние на здоровье человека. Он помогает переваривать пищу и лучше усваивать полезные вещества.